Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Добро пожаловать в наш пятый сезон, в 76-ю серию. Да, ребята, что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы заменим уже некоторых покемонов, которые, как видите, у нас уже прокачаны. Я имею в виду Флариона и также за фараоном. За Фларионом у нас последует Фиров, но после того, как мы ему прокачаем еще 3 уровня. Но это будет чуть позже. Ну тут, ребята, вот я уже достроил, да, как я говорил, чтобы тут сделать такие... как это называется? Ну как бы не подставка и не колонна. Ну как бы... Я не знаю, ребята. Подставка для крыши, да, чтобы как бы более реалистичнее выглядело, да, что это как бы сдерживает крышу, а то она, можно сказать, как бы... В воздухе летает, и это не очень круто. И вот тут я сделал еще вот это, только потому что тут было очень много места. Потому что тут у нас сколько? 1, 2, 3, 4 блока высоты. Тут казалось, что прям очень как-то нереально нафиг много места. И поэтому я сделал так, чтобы казалось как можно меньше. Тут мы потом еще поставим, смотрите, ребята, тут мы, может, или поставим какую-то еду, да, когда мы будем делать ресторан, хотя нет. Ну вот это, декорную еду, да, мы сюда, может, поставим. Или, может, поставим просто-напросто коврики и получится как будто скатерть. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам больше хочется, чтобы тут настолько, знаете, как будто еда была, да, что вот тут люди едят, что как бы мы пришли, да, мама-мам похавали, да, и убежали. Или просто-напросто, чтобы было красиво, например, какую-то там красную, черную, белую скатерть сюда постелить. Чтобы было красивее. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, потом рассмотрим вот это. И, я не знаю, помните вы, нет, но я тут выровнял территорию, да, то есть тут было какое-то озерко, короче, 2 блока вниз, там было всякие, знаете, ямы, дырки, вот это все. Я вот это все выровнял, чтобы потом у нас было тут больше места для того, чтобы строить. И что я еще хочу, это тут я хочу, ребята, кровать уже наконец-то себе поставить. И тут столики. Но, в принципе, пока что мы еще это не сделали, потому что нам нужно Марипов найти, ребята. Нам нужно найти Марипов. Да. Но перед тем, как мы куда-то пойдем, давайте выложим Флариона. Из вместо Флариона пока что еще не будем брать Иви, то есть делать Амбриона, да? А я говорил, что вместо Флариона мы возьмем какого-то огненного покемона. Но я... Да, Шайни Литвика, точно, ребята. Давайте посмотрим. Да, Шайни Литвик. И, в принципе, да, очень круто, что мы его взяли. Сейчас мы будем прокачивать. У нас капитан до сих пор Лукарио. В принципе, я не знаю, честно, ребята. Но в какой-то степени он, да, справляется. Но это как бы не легендарный, знаете, немного непривычно. Фига себе, Гротл. Ребят, не забываем комментировать, потому что музей у нас существует до сих пор, не нужно думать, что мы уже прекратили что-то делать с музеем. Нет, ребята, музей у нас существует еще до сих пор, просто мы к нему не так часто возвращаемся. А все, что вам нужно, это комментировать, и сейчас как бы можно сказать, что в музей попасть еще сложнее, потому что сейчас мы в музей не убавляем и не добираем в каждой серии, как бы даже не так, как у нас было, что раз в 3 серии, и даже не так, как у нас было потом, что раз в 5 серий. Ребята, сейчас музей, можно сказать, редкость, потому что в музей мы набираем раз, нафиг. Нет, это не сюда, давайте вот это сюда. Сейчас мы, ребята, добираем в музей раз в 10 серий, поэтому можно сказать, что в музей попадают только избранные. Да, если вы избранный, значит вы попадете в музей. Потому что, действительно, в музей сейчас вообще очень сложно стало попасть, только потому, что как бы это связано с тем, что он у нас появляется только раз в 10 серий, мы к нему возвращаемся. Поэтому это действительно можно сказать, что какие-то, знаете, уникальные случаи, что в музей попадают только раз в 10 серий. В принципе, действительно, многие, наверное, к этому стремятся, потому что действительно редкость. А знаете, что я еще хочу сделать? Я тут хочу, может, сделать потом тропинку с гравия, чтобы это как бы смотрелось как задний двор. К сожалению, у меня... Я не нашел вот ту хрень в модах, да, чтобы как бы плитку, да, вставить на пол. Я не знаю, где она вообще, в каких это модах. Я где-то видел, но сейчас, ребята, не могу вспомнить. И тут вряд ли будет что-то. Стоун. Ну, тут как бы обычное, да, стоун. Вот это стоун. Стоун. Не, ребята, тут этого, к сожалению, нету. Я не знаю, честно... Нафиг, я где-то вот это видел, но хоть убейте, я не помню где.
Ну да ладно. Я пока вот тут только вот так вырою, ребят. Это, в принципе, для того, чтобы я знал, где тут у нас проход есть. Потому что если я не буду знать, где у нас тут будут ходы, да, то вот это будет не очень круто. Например, я не знаю. Чтобы, знаете, не как-то не очень ровно было, например, где-то вот тут, потом тут, например, тут еще так. Знаете, чтобы как бы было такое ощущение, что как бы это все неровно. Такие, знаете, как это можно сказать, заброшенные тропинки, что ли. Или, в принципе, не то, что заброшенные, неухоженные, можно и так сказать, что уже заросли, да, и все такое. Может... Ой, нет. Я не знаю, честно, ребята, вот это рандомные тропинки я никогда не любил делать, потому что если что-то не так поставишь, то это будет очень глупо смотреться. А я хочу, чтобы было нормально. Например, еще сюда, пока еще есть булыжник, то еще куда-то вот сюда мы поставим. Вот сюда поставим. Ну, пускай пока что будет так. Хотя фиг его знает, честно, ребят. Я не скажу, что это классно выглядит. Потом я еще сюда гравий накидаю. У нас, кстати, там есть где-то гравий. В этой серии, ребят, мы построим немного. Мы пойдем убьем 10 блисик, как у нас, в принципе, всегда запланировано. И, может, мы пойдем еще кого-то половим. Гравий есть, но немного. Но все же. Что есть, да? У нас куча льда, обсидиан, песок. Но я не знаю, ребята, нужно ли там вот это или нет. Честно. Так, вот что я еще хотел. Это сюда. Ух, куча яиц, нафиг, это все нужно выкинуть, потому что реально мешает. Занимает много места, и, в принципе, яйца нам нафиг не сдались, да? Можно и так как-то сказать. Вот, допустим, ребята, где у нас? Вот, допустим, это сюда поставим. Это тоже, например, сюда. Это сюда. Сюда. И вот так, в принципе, знаете, я не знаю, как это объяснить, но... Какое-то... Чтобы как-то, знаете, поразнообразнее, что ли, смотрелось. Например, сюда еще. Как-то. Нет, тут тогда убрать. Ну, потом это все решим. Знаете, для чего я это, ребята, делаю? Потому что я хочу себе гамак где-то вот тут сделать. А места я, если честно, не очень так и много вижу. Или просто потом вот это все прямо сделаю, чтобы не было вот такой херни. Но это, знаете, на первое время, чтобы было видно где. Гамак давайте, например, где-то вот тут. У нас как раз вот это есть, но нету выращивалки, да? Я надеюсь, что она у нас есть, там хотя бы костная мука чуть-чуть или кости. Да, есть костная мука, замечательно. Только вот то, что фигово, ребята, то, что там нужно один-два час. Дайте, ребята, лучше посмотрим, а то, знаете, если неправильно сделаем, это жопа будет. 1, 2, 3. Я хочу еще один гамак сделать, только на улице. Как бы на улице гамак и нужен, да? Например, где-то вот тут. Это тогда сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Какое-то большое дерево. Я не хочу маленькое. Так оно вырастет. Но по сути должно. Оно так вырастет. Твою мать, а. А вот так. Ребята, что это за бред? Я всегда же так делал, всегда оно так вырастало, но, как видите, всегда у всех есть свои причуды. Ну да ладно. А вот так вырастешь? О, нифига себе, наконец. Хотя, да, вот такое дерево нам и нужно. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда. Опа. А, ты ж паск... Ну почему такое дерево? Знаете, как назло нафиг. Оно, походу, с нас издевается, ребята, если честно. Ух. Давайте, ребята, короче, последний раз, честно.
Ой, нет, не сюда, а сюда. Да ты ж... Если что, то... Твою мать! Если что, то сейчас редактируем. О, кстати, смотрите, ребята, на первое время я нашел как раз у нас частицы ковра. Точно. И сейчас, в принципе, его там даже на улице можно будет поставить. Вот видите, как тут нафиг обрезалось вот это криво. Во, ну, не, не, вот тут было бы круто, если бы вот это нафиг убрать. Вот. Но знаете что, это, в принципе, можно будет редактировать же. О, ну у нас там есть, конечно, но все же, лень домой бегать, если честно, вот так. Вот так. Это все соберем и, в принципе, места нету, места нету, места нету. Яйца нафиг нужно выкинуть, а то реально их много уже. Так, вот так. Это, ребят, мы все сейчас будем редактировать. Ну, как бы не все на съемку, да, но я уже, в принципе, говорил по этому поводу, что мы не будем сейчас только качать, ловить и охотиться на покемонов, а иногда нужно разнообразие. Я еще раз скажу, я надеюсь, что вы со мной, в принципе, тоже согласны. Потому что если мы будем только прокачивать, ловить покемонов и вот это все, то, в принципе, это реально очень как-то быстро надоест, что ли, и будет неинтересно. В принципе, какое-то вот такое рандомное дерево сделать, например. Например, 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 например. Дайте мне ножницы. Это сюда, где-то вот тут, и сейчас еще давайте немного вот тут срубим. Вот так, аж нафиг залагало. Ребята, я еще раз прошу прощения, что я без камеры, но честно, но иногда, знаете, ну вообще ни малейшего нафиг желания нету играть с камерой, когда, знаете, уже ночи, и почему-то ты решил ночью поиграть, знаете, сделать новую серию, и, если честно, ну прям, малейшего желания даже нету включать камеру, только потому что, знаете, ты уставший, тебе не хочется показывать другим, какой ты там уставший, да, и вот это все. Поэтому, ребят, я извиняюсь, если иногда нету камеры, но я говорю, на это есть свои причины, да. Так, ну что, ребята, будем делать тут гамак? Будем делать тут гамак, еще нужно вот это будет потом осветить, вот это все тут, например, даже не вот тут, а как-то вот тут. Фу, ну что, знаете что, нам еще нужно где-то мусорку сделать, чтобы она прям мусорка-мусорка была. Потому что иногда выкидывать это все в воду не хочется, потому что, знаете, почему не хочется в воду выкидывать? Потому что оно там остается, как бы в одиночке не всегда вот это все пропадает. И поэтому потом оно там можно собираться и будут нереальные лаги. Например, что нам нужно выкинуть? Это можно... Что еще можно выкинуть? Яйца, я там видел кучу яиц, вот это можно выкинуть. Это... Что там еще есть? Это нафиг, это нафиг, это нафиг. Даже вот это нафиг можно. И это нафиг можно. Кучу всего, что можно выкинуть, но... У нас инвентарь загадился. Ну, тут еще, в принципе, можно было. Вот тут еще можно было поставить листву или где-то. И вот тут еще можно было поставить. Ну да ладно. Сейчас, ребята. Мы еще немного тут похимичим и... Во, какие. Во, скатертью намного красивее, чем без нее. Я, в принципе, еще раз скажу спасибо тому, кто мне сказал, что скатерть реально можно ставить на столике, потому что я вообще, знаете, не в курсе был, и я как-то этим даже и не пользовался. Ну что, ребята, сейчас давайте еще сделаем гамак, да? Я еще посмотрю, как он делается. Как он там? Хом. Хам. Вот, хам. Не гамбургер, а вот хаммок. Гаммак. Ага, ух ты. Красный, 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 синий, синий, синий. Красный, 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 синий, синий, синий. Вот это, ребят, это реально иногда, знаете, как-то забывается. Вроде так, красный, красный, красный. Правильно делаю, ребята? Правильно. И вот еще одна фигня. Вот это. Ага. В принципе, то, точно так же практически. Ага. Вот так. И вот так. И две штучки. И, в принципе, вот это уже можно обратно выкладывать. Да, это нам сейчас не нужно. Ну что, ребята, делаем гамачок, обустраиваем себе. Обустраиваем себе дворик, чтобы он у нас был красивый.
Это сюда. Это сюда. Это сюда. Ну что, кто бы хотел сюда прилечь? Я бы нафиг вот сюда сейчас так прыгнул. И просто-напросто... Ох! Кайф! Как мы лежим тут, ребята. Кайф просто, реально. На этом гамаке ложитесь, кто сюда хочет. Там печеньки, если что, да, у меня на кухне тоже себе берите. Так, что я еще хотел? Давайте вот это сожрем, а то лишний слот занимает там два яблочка, да? Нет, это нам больше не нужно, вот это. Фух. Так, что? Хотя бы попланируем, ребята. Тут у нас гостевой домик, тут у нас гамак для отдыха, тут у нас, в принципе, покушать. Я еще может... Это не беседка, это, можно сказать, внешний двор, то есть, где можно перекусить, да, на свежем воздухе. Знаете, как в кафешках есть, да, что как бы тебе официанты на свежий воздух сюда приносят, и ты тут в таком помещении, да, что как бы есть такой вход... Все-таки вокруг, я не знаю, не стены, а даже вот такие полузаборчики какие-то, да, и ты просто вот так сидишь тут с друзьями на улице, жрешь что-то, кока-колу, да, пьешь, минутка рекламы, кока-кола, да, реклама, офигеть. И, в принципе, смотришь, да, на улицу. В принципе, я по этому поводу вот так и сделал. А тут можно беседку, можно будет сделать просто для нас, где-то вот тут беседку. Между этим какие-то деревья, чтобы было какое-то пространство, беседочку. И тут, ребята, вот сейчас, я не... Честное слово, я до сих пор не знаю, что нам тут делать. Нам сделать, как посоветуете? Бассейн. Бассейн, чтобы можно было поплавать. Или все-таки какой-то пруд, да, то есть... Рандомное какое-то вот такое озерко, вот сюда, озерко такое, и все, чтобы у нас тут было. Или вот такое небольшое озерко, красивое я попытаюсь какое-то сделать, и может даже мостик над озерком, что-то такое, если получится. Или все-таки бассейн, да, с какой-то вот той фигней, ребят, кто знает, как это называется, такой фигней, что как бы ты пум-пум прыгаешь и потом уп, в воду, на головочку, да, или как оно там называется, прыгаешь. Я не знаю, как это, ребят, я уже половину русских слов позабывал вот с этим, что я живу не в России, не в Украине, я уже не знаю, когда приехал сюда, и реально иногда, знаете, вот даже элементарные слова забываются, просто-напросто с головы со временем вылетают. Но все же, ребят, давайте на этом остановимся. 17 или сколько там, 20 минут мы уже над этим колбасимся тут. А сейчас, в принципе, нужно пойти. Так, сначала посмотрим. 1, 2, 3, 4. У нас есть 4 вещи. У нас есть 4 вещи. Ребята, мы идем, убьем Блисси. И перед тем, как заканчивать серию, мы еще, конечно, пойдем на кого-то поохотимся. Но перед этим я хотел бы вот это все нафиг выложить, что нам в данный момент не нужно, да, потому что это очень многое место занимает. Это вот сюда можно... Это вот сюда можно. Вот так, замечательно. Ну хотя один стак. Вот так. Фу, потом я этот двор, ребята, сам сделаю. То есть не двор, а вот эту дорогу, да, чтобы она как-то более-менее красиво выглядела. Так. Сколько у нас там есть, ребята? Это нужно все забрать, выбрать точнее. Это нет, вот это. И еще я что-то выкинул, нет. Еще хлам немного раскидать сюда. Вот так. Ой, нет, это не сюда, это сюда. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 есть у нас, ребята. Ну давайте диски возьмем. Диски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все честно, ребята, никакого обмана. Опа. Ультимейт босс, самый лучший босс, который только существует. Твою мать. Ну ладно, один пропал, зато другой появился. Твою нафиг, самый лучший... Где ты в жопу? Пласл, ультимейт босс, самый лучший босс какой-то... Какой только существует, вместо него нам дали какого-то паршивого нафиг анкомана Диглита. Твою мать. Ну, закон. Такой, да, что самые лучшие боссы пропадают, а нам дают какие-то таких фигню какую-то, да. В принципе, я немного отлетел, поэтому он, наверное, с карты испарился и пропал. И мы его не смогли паскуду убить, да. Убежал от нас. Так, 1, 2, сейчас не сбиваться. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чтобы потом не говорили, что, мол, там Эдисон что-то неправильно сделал, обманул своих подписчиков. Фирову, ребята, еще 3 уровня нужно. Смотрите мне, не перекачайте ему сейчас уровень.
Ему еще один уровень нужен. Пожалуйста, не перекачай, я тебя прошу. Лукарио, ты же капитан с команды, просто следи за этим. Я тебя прошу, прошу. Паскуда, ребята. Как я вот это ненавижу, когда ты уровень перекачиваешь. Был 39 уровень, убили, нахрен стал 41. Это третья, это четвертая Блисси. Четвертая Блисси. Давайте еще вот эту. Пятая Блисси. Не перекачай, я тебя умоляю. Даже не то, что умоляю. Если ты перекачаешь, я тебя убью. Ху, шестая Блисси, да? Сейчас. Один, нет. Один, два. Три, четыре. 5-6. Да, ребят, 6-я Блисси. Ху, ну что, Фирова мы прокачали. Кого следующего? Чертугу. Давайте Чертугу. Давайте. Это 7-я Блисси. Опа, давайте вот этим. Нифига себе. Чертуга была первым уровнем. Смотрите. Какой уровень она сейчас будет? Где-то около 27-го, мне так кажется. Или даже около 30-го. Сейчас посмотрим. Вот так, вот так, вот так, вот так. Экстрим спид. Ребят, это может на серверах круто, но сейчас это нам в жопу сдалось, если честно, в одиночке. Да, 30 уровней за одну Блисси, ребята. Чертуга была первым уровнем. Убили одну Блисси, стала 30-м. А давай... О, 40-е Блисси, нифига себе. Ща вылечимся еще. Смакдаун. Смакдаун, give me some more, смакдаун. Нет, не смакдаун, а смакдед. Да, что-то такое. Кто помнит эту песню? Это какая Блисси была? Это вроде 8-я, да? Еще две. Еще две Блисси. Вот так. И еще одну. 3-4-я. А да, о, ща может Басяндра Блисси заспамиться. Все, переспамились? Я надеюсь, что да. Пожалуйста, да. 49-й, да в принципе больше не будет, да. Последняя Блисси, ребята, в этой серии. И уже Чертуга галлюцинирует. И там как раз, ребята, смотрите, Басяндра. Сейчас мы быстренько туда тоже сгоняем. Если это, конечно, не Диглет, да, там какой-то, то будет круто. А если Диглет, то не очень. Ну? Чертуга, Каракоста. 38 уровень, замечательно. Кто там у нас? Кто там у нас? Кто там? Uncommon. Эх, ребята, как я не люблю вот этих анкомовских боссов. Иди ты в жопу, не хочу, честно. Ресторанчик на... Опа, 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 опа. Легендарный, но он в земле. Ну вы походу издеваетесь, что ли, с меня. Так, ладно. Давайте еще парочку минут поохотимся, да, чтобы не говорили, что мы... Эдисон, ты только строил свои там какашные постройки. Отписка, дизлайк, потому что ты никого не словил, никого убил. Жопошники. Вот таких не люблю, честно. Но все же. Дайте-ка мне, ребята, минутку. Я ща найду координаты джунглей. Ну а вдруг? А вдруг? А вдруг да не вдруг? Да чё ты не хочешь? Вот. Я не знаю, ну в принципе пофиг, да там. А вдруг? Конченые суйкуны. Ладно, не конченые, но конченые только по тому поводу, что они уже нам спавнятся нахрен непонятно зачем, когда мы уже их словили. Райкоу, твою мать, будут по 3 раза, по 5 раз нахрен спавнятся, и в принципе они нам даже нафиг не нужны, потому что мы уже словили одного Райкоу. Суйкуны будут по 3, по 5 раз спавнятся, и если честно, они нам тоже нафиг не нужны, потому что мы уже словили себе суйкуна. А Мью? Мью, которая, по сути дела, должна реже спавниться, чем... Нет, как реже, чаще спавнится, чем тот же Суйкун и Райкоу, да? То она нафиг вообще не спавнится. Мью. Ну, или он, фиг его знает. Вот этот капут, да?
Но новая легенда, Суйкун, один из легендарных птиц, будет спавниться три раза подряд практически, вместо Страйкоу три раза подряд. А Мью, который уже давным-давно есть в моде, в принципе, который охренеть как много раз спавнился, в принципе, во всех сезонах, да, иногда было, что в одну серию там по 2-3 спавна Мью было, да, сейчас нафиг вообще никак, ну прям никак не можем найти. Ребята, фиг тут будет что-то, ни шайни, ни босса, ни Мью. Я бы хотел Мью, потому что я бы сделал себе Мьюту сразу, можно и так сказать. Я бы просто-напросто сейчас прям домой потопал, и в следующей серии мы бы уже начали делать себе Мьюту. Опа, главное не убиться. Так, сейчас, ребята, экстренная посадка, приземлимся. Извиняюсь, ребята, я еще хотел у вас что-то спросить, пожалуйста, посоветуйте какой-то нафиг офигенный сериал, потому что я уже пересмотрел много чего, и сейчас, если честно, ну, не знаю, что смотреть, честно, какой-то офигенный сериал, ни аниме, ни мультики, ни какой-то фигню, а реально какой-то клевый сериал, который, в принципе, затягивает. Я скажу сериалы, которые не называть, которые я уже посмотрел, я смотрел... Самый лучший сериал, который мне, ну, топ сериалов, который у меня на первом месте, это Prison Break, то есть Побег из тюрьмы. Ну, конечно, американская версия, а не русская, это понятно. Самый лучший сериал, ребята, в мире для меня. Поэтому, если вы не видели, не поленитесь, посмотрите, реально, он очень затягивает про побег из тюрьмы, и реально, очень клёвый, настолько клёвый, что это с ума сойти. Реально вам всем советую его посмотреть. На втором месте у меня Breaking Bad, короче, во все тяжкие, да, про ученого там. Кто не смотрел, ребята, вы многое потеряли, кто не смотрел вот этот сериал, честно вам скажу. Если честно, он даже не на втором месте, а делит первое место вместе с Prison Break'ом, потому что этот сериал просто охрененен. Я, наверное, один из немногих людей, который думает, что Игры престолов — это хрень. Потому что, ребята, я пытался их смотреть несколько раз. Я их смотрел, но я не могу эту хрень вынести. У меня после 20 минут просмотра каждой серии меня просто уже выворачивает. Я просто-напросто хочу выключить. Мне нужно писать: «Алисон, вот ты придурок. Как? Почему ты оскорбляешь сериал?» Ребят, я никакой сериал не оскорбляю. Просто... Это лично мое мнение. Может, да, может, там многие считают, что он самый лучший сериал в мире на данный момент. Может, действительно, оно так и есть. Я в этом не спорю. Я говорю, может, он самый лучший в мире. Но он лично мне, мое мнение, он мне тупо не понравился. Я считаю его скучным, каким-то однообразным. И, в принципе, честно, я смотрел не 20 минут серии. Твою мать, ребята, лучше уходим отсюда, а то сейчас какие-то дикие лаги были. Я не смотрел одну минуту серии, то есть там первую серию не понравилось, я выключил. Ребята, я много смотрел, если честно, но не понравилось. Я не знаю почему, хоть убейте, не понравилось. Поэтому не советуйте мне Игры престолов. И на третьем месте у меня, конечно, Ходячие мертвецы, да, иногда там есть затянутые какие-то моменты, иногда есть какие-то какашные моменты, но все же тоже классный сериал. И все, больше я не знаю. Я вот сейчас смотрю Стрелу, я там смотрю, что еще там смотрю, Флэша, но какие-то, знаете, ребята, кто собирается или потом надумает смотреть Стрелу, да, это по комиксам там, не с Марвел, а с DC, там, Universe, да. Не смотрите. Чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем больше бреда добавляется. Не смотрите, ребята, честное слово. Советую, тупо не смотрите вот этот сериал. Потому что чем дальше, тем больше бреда добавляется в этот нахрен сериал. И реально, просто, ребята, не смотрите вот это. Ребята, мы его даже не убьем нафиг. Охренеть. Фиру, я боюсь, что ты еще прокачаешься. Ага, хрен ты прокачаешься. Охренеть, ребят, это что такое? Грули, ты что, охренел? Ты кто? Ты как сюда попал нафиг? Я сейчас бегаю за Грудоша и наваляю тебе. Охренеть, да дай нам тебя убить!
Почти, ребята, почти. Нужно его чем-то добить. А хрен мы его чем-то добьем? Хрен, ребята, мы его чем-то добьем, если честно. Фиро, может, его и убьет? Может. Охренеть, ребят, это какая-то шутка. Ребят, иди ты в жопу, твою мать, я сейчас тупо возьму компьютер, чтобы ты так не наглел нафиг. Все, жопа тебе, зараза, настолько тебе сейчас жопа будет, честно. Убей еще раз. Я сейчас тупо беру компьютер. Я, ребята, не буду идти домой, потому что если я пойду домой, то Гроулит вот этот, зараза, пропадет. Он пропадет, если я пойду домой, поэтому, ребята, это не вариант. Нужно брать с гейммода. Потому что вы понимаете, что если я сейчас пойду домой, ребята, то он пропадет. И мы не отомстим вот этой заразе нафиг. А я хочу отомстить. Он вообще охренел. Ну ударь ты его уже нахрен. Ща. Конечно, ударчики у вас такие сильные. Если сейчас Фиро эволюционирует уровень, я тебя нафиг заколбашу, честное слово. А, и еще лучше. Просто взял и умер, да? Жопа ему, ребята, ну прям жопа. Ща увидите. Я беру грудушу, все, жопа ему. Жопа ему. Если бы он еще быстрее бился, было бы вообще круто. А то он, знаете, он над нами троллит нафиг. Он там, ну бей, ладно. Что такого? Я вижу, что так оно и есть. Да, в принципе, как? Как он не может ударить в битве, как, если он его уже несколько раз убивал? Сейчас, ребята, дайте я его приколбашу, а то он меня задрал уже. Что самое прикольное, у меня кончаются атаки, и эта паскуда меня тупо не бьет, ребята. А что делать нафиг в таких случаях? То есть я не представляю, честно. А прикиньте, у нас сейчас тупо кончатся атаки, и он нас вообще не будет бить. Что делать? То есть я не смогу и ход поменять, потому что у меня не будет атаки, не будет покемонов, чтобы его ударить. И по сути он меня тоже не бьет, ребята. Как с этой хренью бороться? Я не могу убежать, потому что это босс батл нафиг. Вот эту хрень они тупо не проработали, ребята. Смотрите, что это за бред? Что это за бред, ребят? Смотрите, он меня не бьет, и я его не могу ударить. Что там написано? Growlithe try to use but missed. Короче, он промахивается. Но я не верю, чтобы он уже 150 раз промахнулся под Литвику 6 уровня, если учитывать то, что в предыдущий раз он нас уже раза 5 убил подряд. И даже не было такого, что вот он нафиг промахнулся, да? Да ударь ты уже нас, паскуда тупая! Офигеть! Ребят, этот самый тупой бой со всех, который может тупо существовать во всем мире. У меня кончились атаки, которые наносят урон. Эмбер на него даже не юзается. То есть 25 ударов с 25, оно даже не юзается. Мы не можем убежать, потому что это босс батл. Этот конченый придурок куда-то убежал и даже нас не трогает. Вот. Он нахрен там грулит, юзает агилити, он там юзает нахрен какую-то хрень, увеличит себе атаку до миллиона, что-то увеличивает нафиг, защищается, какие-то резисты, включает придурок. Всех нафиг моих покемонов убил с одного удара. Сейчас мудак не может убить шестого уровня Литвика, которого он уже убивал в первых двух боях. С первого раза нахрен и даже не думал, что это вообще такое. В жопу может быть. А сейчас, твою мать, не может быть. Он взял и забаговался. Все. Или он настолько слабый стал, что не может даже один урон нашему Литвику нанести. Ребят, честное слово, я не знаю, вот такая херь меня бесит. Я не оставлю, потому что это меня тупо бесит. Я сейчас возьму, перезайду с гейммодом, заспавню себе 107 уровня.
ультимейт босса Гроулита и буду его хреначить по его яйцам до тех пор, пока они его не отпадут, я ему не отомщу вот за такую хрень. Ща, ребята. Ладно, ребята, набесился я, короче, ща кипел, не знаю сколько, я там специально заспавнил 100 уровня Гроулита, потому что больше я никак не смог заспавнить, и босса, к сожалению, я не могу спавнить. Но, как видите, даже эта паскуда нас вырубает, поэтому иди ты в сраку. Иди ты в сраку, Гроулит, честно, просто иди нафиг. Ща мы тебе постараемся ох, все, ну хотя бы отомстили его сородичу нахрен. Твою мать, ребят, это вообще было, я просто кипел, если честно, вот с такой хрени. Потому что это баги, нафиг, это нереальные баги, я не могу ни убежать, ни убить его. И он меня не бьет, и я не могу даже выйти с игры, мне нужно вообще тупо закрывать полностью игру через диспетчер задач. Потому что, по сути, когда ты в бою, ты не можешь на escape нажать и выйти. И вот такие баги меня бесят, и просто, знаете, нету ни малейшего объяснения, почему вот это вообще происходит. И как вообще от этих багов убежать, потому что реально это просто... Ну просто нереально бесит, если честно. Поэтому, ребята, давайте на этом уже закончу. Вот такой не очень финал, потому что реально я просто выбесил меня вот эта паскуда. Я вот этих грувлитов нафиг буду каждый день сейчас тупо искать, вылавливать этих паскуд, издеваться над ними. Буду их ходить и 5-х уровней убивать с помощью 100-х уровней до тех пор, пока мне это не надоест, потому что это срака полная с этими грувлитами. Ладно, все, ребята, на этом мы заканчиваем. В следующей серии мы вряд ли будем строить. В следующей серии мы будем просто охотиться по полному. То есть на 100% мы пойдем, выложимся в охоту и прокачку наших покемонов. Потому что тоже, да, я согласен, что нужно разнообразие и, в принципе, нужно строить. Но иногда даже от этой постройки нужно тоже сделать какое-то разнообразие. Поэтому, в принципе, в следующей серии мы пойдем и будем на кого-то охотиться. А потом, в принципе, будем возвращаться постепенно к постройкам. Но тоже с этим не будем долго затягивать. Поэтому, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Всем за просмотр. Не забываем, что если эта серия наберет 500 лайков до 7 часов вечера по Москве, то новая серия Pixelmon выходит еще сегодня. То есть, если эта серия прямо сейчас набирает 500 лайков, то... сразу же выходит новая серия, даже не вечером по Москве, а сразу же в тот нафиг момент, когда эта серия наберет 500 лайков, хоть через пару минут, если эта серия набирает 500 лайков, то сразу же нафиг выходит новая, в тот же момент выходит новая серия, ребята, и в принципе это зависит от вас. Но если, например, иногда она не выйдет, потому что иногда может быть такое, что, например, меня дома нету, да, или еще что-то такое, поэтому не нужно кричать, может, просто я не успел, я тоже человек, ребята, и поэтому я тоже иногда могу что-то не успевать. На этом, ребята, мы уже будем заканчивать. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.